Построили 5-метровый чум, наварили 60 литров ухи, испекли сладкие пироги по рецептам Ханты и Манси. Так в Лангепасе отметили главное национальное торжество коренных малочисленных народов Севера – праздник чума. В этом году лангепасов удивили гастрономическим фестивалем. К традиционной ухе в меню добавились охотничий суп из оленины, строганина, запеченная по хантыйским традициям рыба, хлеб и пироги. Для маленьких гостей организаторы подготовили национальные игрища. Следующий праздник, который горожане отметят в стиле Ханты и Манси, будет в Вороний день. Он и знаменует приход весны. Такие тематические праздники мы всегда посещаем, потому что это очень интересно. В жизни мы, наверное, этого не видим. И очень хочется узнать, познать культуру народа. А здесь вообще гастрономический конкурс, я бы сказала, даже выставка. Мы все можем попробовать. Это очень интересно. Пытаемся каждый год принести что-то новое. То есть, ну, если праздник он эволюционирует в лучшую сторону, то значит это хорошо, мы справляемся со своей работой. В этом году мы сделали, решили акцент на кулинарную составляющую. И вот в рамках этого праздника провели гастрономический фестиваль.